Собираем домашний лучок. Ну, это мы собираем. Смотрите. А вы снимаете. Мы снимаем, да. Знаете, по типу видео, как вот это снимают в Тайване, чи где там. А чё? Там в Китае тоже. Как они собирают все. Строят дома из бамбука. Видели? Видели? Вообще. Я заценила. Мне понравилось. Да, как девушка построила, короче, полностью и дом, и типа ферму, всякие загороды для свинок, курочек. Короче, целая толпища у нее там. А, она еще собирает в лесу всякую фигню. Ну, не фигню. Ну, для фигня. Нас фигню. Это какие-то листья непонятные, корни, и листья. Бананы, и ананасы, и корни какие-то, и паростки выращивают. Вообще молодец, паростки. Куда ты, Настя? А сама... Настя у нас пошла это пошла на битву. Жениху, да? На битву. А жених убежал. Зачем тебе жених, Настя? Тебе он не нужен уже. У тебя есть Алексей. Он, правда, не жених. Настя, ну тебя ж прогонят. Ну ты ж такой боец. Вот, короче, она все это собирает. Не, иногда какие-то классные фрукты, типа, забыла, как называется, типа дрэгонфрукт, но не дрэгонфрукт, да, помнишь? Питахай. Мастер-шеф, она смотрелись, короче. Вот, типа дрэгонфрукт, и она... ходит продавать. Ты сейчас вообще питахая, это кого назвала? Сама ты питахая. А где тут большой ты показываешь? А вот он. Вот большой. Это что-то завернулся. Что-то как не как так сразу стримонад. Фрик. Все, фрик. Что за отношение у тебя такое? Что за... Настя, и что там? Что ты там нашла? Так, и кабачки-мутанты. Настя, ты зачем, кстати? Так, вас снимают. Такой красивый котик. Да. Оп. Так, а вот и завтрак подоспел. Нет. Как вам такой завтрак? Хилси фуд, да? Хилси фуд. Пусть немножко прошло. Зато вкусные. О! Вот шашлычок. Красный лук у нас попался. Шашлычком запахло. Кто-то жарит шашлычок. Добыча. Чай-чай-чай-чай-чай. О, прям как... Фан-чай-чай. Лайфстайл, типа. Нажми кнопочку. Автомойка. Все есть. Ага. Все, клучок. Ты кому, котиком? Подходи, подходи. Лучочек, лучочек, свежий с грядочки. Сколько? 20 это органика, все натурально. Да, сейчас такие цены, так что можно целое состояние на лучке заработать. Какие 20 гривен? Сейчас нет такой цены. 150 за пучок. Свежий зеленый лук. Пучок три штучки. Так, сейчас такие цены. Ну да. Вот так. Ах ты гадина. Ах ты гадина. Атакует. Миша. Ну вы видели, какой вкусный кот вообще. Как можно обижать такую сладкую? Обидели, все. Все. Всем отомстишь. Как вот это да во Вьетнаме чанчо дячи чочи. Это что-то свой язык какой-то. Ну да. Клингонский придумал. Угу. Покосить не мешал. Да. Покосить бабла? А, нам бабло. Бы не мешало. Бабло. Счастье в бабле. Да нет.
Нет еще. Я снимаю, что там у нас еще есть. Подожди, это что, свежее? Охренеть. Ты видела? Посмотри. Так, ну это снимать не надо. Вот, блин, эти коты. Это кучегуры, которые строят котики. Строят котики. Они мне лук, блин. Я за этот лук парей. А, вот у нас лук парей. Вы видите его? Вот он маленький. С кожи вон, блин, лезу, чтобы упырей вырастить и упал воду выращивать. А пришла, блин, зиккурат построила. Она. Нож. Шо, так, говорит? Вместо лука садим. Что это? Французскую редиску. Редиску. И сейчас надо пальчиком вот этот весь рядочек с расстоянием засыпать. Угу. Чтобы потом не надо было... Снимаешь? Чесночок. Снимаем чесночок. Да, первый наш чесночок, вообще первый, который мы выращивали. Мой. Не надо. Ури, ури, ури. Что-то там есть? Ты посмотри, что выросло. Да, вот он. Отрывание. Набирает. Да. Смотри, ну вот чесноком запахло. Красавчик. Красавчик. Что, пусть очень даже для первого раза. Покажи. Угу. Пусть сохнет теперь. Пахнет так вообще. And action. Final. It is a final. Нарезаем и замораживаем лучок. Угу. Стебелек отдельно, мы его сразу поедим, а потом перышки в мороз и потом да. Все, не забывайте подписываться на канал. Всем хорошего настроения, пока-пока.